Веру уже не спрашивают. Меланзе закрывает Виагру ради сольной карьеры Эрики. После 19 лет триумфа коллектив ждет позорный крах, уверены фанаты. Молодая и привлекательная Эрика полностью повторяет судьбу Веры Брежневой. Девушка стала солисткой популярной группы Виагра, влюбила в себя продюсера и теперь начинает сольную карьеру. Поклонники поддерживают певицу и с нетерпением ждут, когда Меладзе напишет для Эрики хит, который побьет рекорды по просмотрам Веры Брежневой. Сразу несколько СМИ стали подозревать продюсера Константина Меладзе в супружеской неверности. По слухам, 56-летний мужчина еще несколько лет назад начал интрижку со своей подопечной из Виагры, Эрикой Герцог, которая позже переросла в настоящий тайный роман. Пока ни Константин, ни Эрика подобную информацию не подтверждают. Однако ранее экс-участница женского коллектива Анастасия Кожевникова призналась, Герцог на самом деле на особом счету у Меладзе. По этой причине девушка всегда исполняет больше строчек в песнях, чаще других участниц снимается в рекламе и глянцевых изданиях, а также всегда находится по центру на всех фото, потому что Константину так больше нравится. Недавно Эрика в Инстаграм показала видео со съемок клипа «Любовь». Как оказалось, на съемочной площадке присутствовал лично Меладзе, чтобы поддержать Герцог. Сама певица сообщила, песни Кости – это просто волшебство, будто намекает, что совсем скоро ее ждет сольная карьера. Фанаты в комментариях стали говорить о том, что Меладзе закрывает Виагру ради продвижения своей любимицы. Ведь Эрика сама якобы проговорилась, что готовит сольный проект. Если это так, то интересно, в курсе ли Брежнева о том, сколько внимания молодой блондинке посвящает ее законный муж. Хотя не исключено, что Веру уже давно не спрашивают. Тем не менее, официальной информации о распаде Виагры пока нет. Не исключено, что Эрика начнет сольную карьеру, а группа продолжит свое существование уже с новой участницей.